В этом году краевое совещание собрало больше 50 руководителей территориальных органов Пенсионного фонда России. Сочинское управление признано одним из лучших в крае, поэтому итоги работы за прошедший год подводятся именно здесь. Сотрудников региональных отделений ПФР поприветствовал и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Глава курорта отметил значимость их работы, поблагодарил за результативность и пожелал дальнейших успехов в развитии управлений. Я очень рад тому, что все те люди, которые очень важны, которые... Затем самое тяжелое время для каждого человека, когда уже сил особо нет и новую работу не найдешь, и денег особо нет. И тут уже самый главный орган – это Пенсионный фонд, который вовремя, день в день, час в час приносит деньги. В Краснодарском крае проживает более 1,5 миллионов пенсионеров. Средний размер пенсии составляет свыше 12,5 тысяч рублей. Пенсионное обеспечение и страхование жителей края показывает хорошие результаты по стране. Мы занимаем 2-3 позиции по отделениям после Москвы и Московской области или Санкт-Петербурга и Ленинградской области по многим показателям. Поэтому у нас активная работа, мы подводим итоги, у нас все будет хорошо. Основная задача Пенсионного фонда в этом году – популяризация электронных услуг и сервисов Пенсионного фонда России. Многие услуги уже можно получить дистанционно. Для этого нужно создать личный кабинет на официальном сайте pprf.ru и зарегистрироваться на портале госуслуг. Прием граждан также активно продолжают и клиентские службы территориальных отделений. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.